Снимаем видео на Yumidigi A3X, разрешение Full HD, частота кадров. Даже не знаю, какая картинка почему-то дергается. Звук моно, потому что микрофон в принципе один. Ну, как-то неплавно. Не такое качество видео я хотел бы иметь на телефон. Так. Перефокусируется даже при достаточном освещении. Должна быть, да. Динамическая фокусировка есть. Приближение во время съемки, ну, естественно, тоже есть. Но главное, что меня смущает, это частота кадров. Картинка-то дергается. Давайте пройдемся. Естественно, никакой оптической стабилизации, есть электронная, но я решил ее не снимать. Итак, картинка тормозит. Как бы даже не знаю, что будет с электронной стабилизацией. Ну, качество видео, думаю, понятно. Сейчас будем тестировать фронталочку. Так, теперь дневной тест фронтальной камеры. Судя по всему, телефон настраивает экспозицию по моему лицу, потому что, ну, пытается настроить. По крайней мере, лицо кое-как видно на фоне неба. Я вижу вокруг лица такой квадратик. Ну давай, по лицу. Да, немножко не дотягивает. Но хотя бы видно. Фокусная, ну или точнее, в фокусе все только до 1 метра на фронтальной камере. То, что дальше вне фокуса, он вижу расплывчатое. Что же за мода пошла у производителей? Теперь на фронталку только себя и фоткать. Частота кадров, кстати, мне кажется, побольше, чем на основную камеру, что удивительно. Короче, все, дальше у нас будет вечерний тест. Никаких слоу-мо, видео и прочего здесь, к сожалению, нету. Вау, куча голубей. Съемка в вечернее время. Здесь, конечно, еще медленнее картинка. Ну, в общем-то, фиговое видео на родную камеру. Очень не очень. Вот. Ходить, ну, понятно. Сейчас попробуем на Cinema FV5. Вечернее видео на фронтальную камеру. Лучше, по-моему, чем на основную, как мне кажется. Да. Если вам понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся вот на пулечку и включаем колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Пока-пока.